Меня зовут Прудникова Дарья, и я занимаюсь в клубе «Салют». С 26 января в клубе «Салют» молодежный центр возрождения проходит вахта памяти, в которой воспитанники клуба рассказывают о своих родственниках, воевавших в год Великой Отечественной войны. Я бы хотела рассказать о своем прадеде. Мой прадед, Беспалов Никанор Михайлович, родился 27 июля 1909 года в деревне Вонино Тверской губернии, работал дорожным ремонтником. Осенью 1939 года был призван в армию, участвовал в войне с Финляндией. После демобилизации вернулся домой, но уже летом 1941 года был призван на службу. На фронт прибыл 26 сентября 1941 года. Был рядовым стрелком в 914-м стрелковом полку 245-й стрелковой дивизии. Прошел боевой путь от Нижнего Новгорода до Польши, но в 1943 году получил ранение и после лечения в госпитале комиссован и отправлен домой. В сожженной фашистами деревне построил дом для своей многодетной семьи, работал егерем, занимался рыболовством и охотой, умер 28 февраля 1982 года. В 1985 году получил орден Отечественной войны второй степени. Я горжусь своим прадедом и всем советским народом, победившим в Великой Отечественной войне. В каждой семье есть свои герои. Расскажите о них. Так уж случилось, что мы с вами вынуждены находиться в самоизоляции, но это не мешает нам снять рассказ о своем герое, не выходя из дома. Снимайте ваши истории и присылайте их на нашу электронную почту soundtv2006@yandex.ru. Обращаю ваше внимание, если вы снимаете на мобильное устройство, то, пожалуйста, держите камеру горизонтально. Также вначале обязательно представляйтесь и назовите имя своего героя. Желательно, чтобы ваш рассказ был не более 5 минут. Ждем истории ваших героев. Мы покажем их в эфире Солнечногорского телевидения и разместим на официальном сайте.